Так, снова клеим, все клеим. Что сегодня клеим мы? Сегодня Нюнбаура клеим, да? Что, она обрезанная у тебя уже была, да? Ну, вон ее это. Шипы, шипы, шипы клеим, опять клеим. На еще одну. Так, на это основание клеим, да? Кроме, что это за основание? Немецкая Тойгер Сойер Сойер Трогер, блин. Короче, это защита, да, такое, да, а где? Тут фиш. Фаерстартер какой-то. Это что, защитная она, да? Дыховская? Защитная для длинных шипов. Для длинных шипов, короче. Одна сторона быстрая, одна медленная. Короче, сама. Короче, будет... я не знаю, как, что вы издеваетесь над нами вообще, да, ужас просто. Короче, она будет сама играть. Сама. Короче, опять шипы. В этот раз это Нюнбаура мы клеим, да? Да, 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 да. Доктор. Доктор Нюнбаур. Все-таки не лучше здесь, вы ошибки не то самое. Обои они играют. Одни уже вылетят, вторые ты уже клеишь, да? Да. Вылетели, да. Да, ну да, они дешевые, шипики, это, конечно. Это Сидор виноват, блин, я с ним встал. Да? Он слева как запиндюло, там вращение такое. Вот они, короче, такая коробочка, в общем. Смотрю, да. Два шипа на столе валяются. 20-го, по-моему, года. Ой, X, короче, без губки. Я в общем, Сидор, сволочь-то такая. Он говорит, я не виноват, а кто же виноват? Здесь, в общем, разрушалка, вообще капец на этих шипах, да, конечно. Да, разрушалка говорят, здесь говняная, да. Говорит, со мной траблмакер. Малой? Нет, старый. Чикаем, обрезаем. Так, Румыча, Румыча, обзорчик Румыча, ракеточка. Нет, это не Румыча. А, это Румыч, твоя, да. Румыч тут, короче, Янхем Маденчина, у него дефовская. Это из пуха у него тут такая стоит, ну тоненькая. И вот эти новые шипики он себе поставил. Как-то левый. Спинлордовский. Ну, спинлордовский, да. Короче, зверь, какой-то динозавр это. Слышишь, ну а что эти шипы, они быстрые, какие они шипы эти? Ниже средней скорости. Ниже средней? Да, для более классической. Как, разрушалка есть? Универсальные. О, смотрим, Даня подтягивается. Здорово. Так, нет. Так, ну что, короче, тут-то из пушка у него стоит. Ну ладно, что, короче, а что гладкое будет ставиться, что гладкое будет? А, френчика будет. А, это хорошая, хорошая. Ясно, это моя тоже резинка, да, она, короче, ну не знаю, как она, а ты почувствовал, нормально она тебе? Не, я еще ж не играл ей. Короче, френшип, да, 729, ну она новая, она вращает, да, липучка такая конкретная, липуха, на синей губке она. Вот это такая будет. Посмотрим. Буду пробовать, буду издеваться. Да ты парень. Вообще будешь издеваться. И так издевайся. Рома все обрезает, подгоняет. Да, готовим так шипики, блин. Ставит на такое дефовское основание. Да, такое вот. В общем, это будет очень тяжело по этим шипам. Это второй надо поднимать, руку тянуть надо. В общем, если ты это не сделал, то все, мяч будет в сетке, это будет ошибка будет. Андрюх, ну когда мячи придут? А, мячи уже где-то ориентировочно 6-7 июля написано было. Так, ну что, приклеиваем гладкую, да? Сейчас гладкую наносим сюда, на это основание. В общем, тут будет, конечно, будет вот что-то. Вот эта сторона, видишь? Форхенд, это атакующая. А эта сторона защитная. А, вот он. Ну, они обе защитные, просто это чуть быстрее. Чуть быстрее это, да? Это вообще, блин, ну что это будет, да? Беру. Не подойдет овер. Да. Только ты пробуй, потому что его обязательно надо пробовать. Без, а? Без пробы его все, нельзя. Закатываем, закатываем. Ну, да, это, пару тренировок она сразу. Да. Я вот это, что у деда брал, хотел, думаю, нахер я ее взял. А потом это. Ну, посмотрим, что получилось, в общем. Ладно, посмотрим. Ну, ладно, что, пойдем пробовать, да? Все, давай. Вот такое оружие получилось, пойдем. Твоя? Да, моя.